Go. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас я вам покажу сведение колен. Я сейчас одну ногу согну, чтобы вам было понятнее. Я вот так ее выпрямляю, и вот если у вашего ребенка сведены колени, то им, вашему ребенку или у вас, надо научиться колено в другую сторону разводить, чтобы у ребенка или у родителя не болели суставы. Я вам еще покажу. Вот так в сторону и вот так надавливаю. Должно вот тут тянуть, но потерпеть можно. Я также вот так делаю. Так. Делаю так 20 повторений. Раз. Два. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У вас будет вот тут тренироваться, ну вот тут. Вы поймете, что у вашего ребенка будет потом. Получается, колено ему будет лучше идти, если колено у него будет в другую сторону, чтобы у него не сводились. А потом я вам еще покажу следующее упражнение. Я потом вам еще покажу на следующую ногу, которая левую, может у вас хуже быть, или правая, потому что ноги бывают некоторые лучше, а левая и правая. Например, у меня правая лучше, а вот левая немного хуже. Вот я вот так сделала уже 20 раз. Теперь вот эту ногу сгибаю. И вот так вот. Хотя я вот так могу ее сделать. И вот так вот делаю. И вот тут вот болит. А, тут вот так уперусь. Вот эту тоже буду тянуть. Правую вот так тянуть буду. И еще вот тут должно тянуть тоже. А вот чтобы у вашего ребенка, вот смотрите, у него нога вот так вот сильно сгибается, вот прям в тонусе сильно. И не можете разогнуться. Да, нога. А вот эта нога у них вот так, они идут, у них получается зеркальная реакция. Вот. Мы берем, получается, вот эту ногу, вот так вот тянем, и, а вот этой вот левой рукой вот так вот, получается, делаем. Раз. Лягушки. Ну, вот тут. Типа лягушки. Следующее. Я ложу мяч под бедро. Сейчас сбоку покажу. Вот сюда. И вот так вот так вкатываю. Пусть эти все упражнения сначала попробуют родители. А потом слегка будут повторять дети. Да. Больно. По шкале десяточек. Я меняю сторону. Двадцатку лучше не делать, потому что может быть больно, но лучше не делать. Что не делать? Двадцатку. Так. Родители сами будут выбирать для себя. Ну, для себя можно двадцатку, а для детей десятку, пятерку. Ну, если они с тонусом, тогда
Это со сильным стонусом тогда. Тогда можно сделать на пятерку или на тройку. Прокатываю хорошо. Следующий. У нас это было второе, третье. Я вот у меня сейчас покажу. Книга есть. Вот такая вот книжка. Я ее вот сюда вот ложу. Вот так вот делаю. Как в перекате колен. И так. Похоже на W. На W. Но это перекат колен. Я в прошлом уроке это снимал. И вот перекаты колен. И вот так вот. Хорошо прокатываю. Сюда иди. Зачем? Вот так. Я надавливаю, и очень больно, потерпеть можно. Затем я меняю. Зажимает. Никогда сильно так не прокатывала. Это реально боль. Прокатываю. Первый раз так сильно прокатываю, еще и давлю. У меня в первый раз, так как я первый раз села так на левую ногу, мне аж зажала ее. Теперь уже расслабилась. Обязательно надо ее расслабить, чтобы потом можно, если я вот тут еще буду в этом упражнении показывать растяжку, чтобы мне было легче выпрямить ноги, но я расслабляю. Как я правую расслабила, уже так прокатала. Теперь и левую должна расслабить. Меняем. Так, теперь мне это не понадобится. Я убираю пока что сторону. Теперь я ложусь на спину, голова не убираюсь в диван. Вот так. Вот эту ногу сгибаю, а вот эту вот возле стопы. И вот так я давлю, и вот так раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Меня. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот тут, сейчас покажу, вот тут должно быть тянуть. Терпимо должно быть. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать.
17, 18, 19, 20. Следующее. Я. Вот так вот. Встаю. Одна нога получается вперед, вот так вот. А другая вот так, как в четвереньку. Как будто не наш мяч. И вот так, раз, два, тянуть должно быть связка. Три, четыре, как будто я мою пол тряпкой, когда я так вот под стопу положила тряпку вверх, по ковру скольжу стопой. Она у меня будет, она должна у меня прямая, в бок, не вниз, вот так вот, а вот так. Теперь я останавливаюсь и вот так делаю, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Меня. Так же, вот эта нога в сторону. И вот это туда вперед. И вот так же тоже поскольжу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. О. Приглашаю вас в онлайн-школу 15-го потока. Смотрите наше видео, отправляйте нам в ДЦП Ангел свои. Будем вас смотреть, заниматься с вами по прямому эфиру. Всем пока!